Всем привет, дорогие друзья, это канал Тамбелина's Game. Так, ладно, с этого момента начинаем. Фотография Леона на корабле. Судя по всему, она была сделана, когда он возвращался из Балтаяра. Но я до сих пор не могу понять, как он, находясь в бегах, пережил зиму. У Лени тоже была газетная вырезка о Леоне. Похоже, пожилая леди построила в его честь настоящий алтарь. Еще одна сигара. Демуазель Лени с кем-то пила чай. Наверное, с тем альпинистом. Что-то очень странное происходит с демуазель Лени. Мне правда нужно с ней поговорить. Но сначала тела. Именно они сейчас важны. Мелковат для двери. Я думала найти здесь демуазель Лени. Нет времени снова осматривать лагерь. Нужно найти замороженные тела. Ничего не видно, да? Это тела с перевала Дьявол. Криминалистам пришлось перевести их сюда из-за метели. Но генератор отключился. Это может навредить телам. Где демуазель Лени? Она в своей комнате отдыхает. Она потеряла сознание, как только криминалисты уехали в Ваген. Боже, что случилось? Не сомневаюсь, что дело в телах. То есть, она смотрела в ту сторону. Постоянно. А затем, когда тела перевезли с перевала Дьявола, она словно бы... словно призрака увидела или нечто в этом роде. Будто бы... будто знала покойного. Что? А за ней присматривают. О, да. Не волнуйтесь. С ней тот отшельник, который приносит ей дрова, еду. Ладно, тогда возвращайтесь внутрь. Я разберусь с генератором. Уверены? Полностью. Идите, идите. Все равно нужно проверить шатер. Бензобак пуст. Надо найти топливо, чтобы запустить генератор. Где-нибудь поблизости должен быть склад топлива. Крайне советую хорошенько осмотреться, Кейт Уокер.
За ней наблюдают. Бензобак пуст. Надо найти топливо, чтобы запустить генератор. Бак заправлен. Теперь осталось запустить генератор. Нет, мне так не кажется. Не так. Даже не думай, Кейт Уокер. Неужели я мало... Наверное, я что-то упустила. Ничего. Ответь мне, Оскар! Эта кнопка должна запустить генератор, Кейт Уокер. Но тебе все равно нужно использовать стартер. Поняла! Спасибо, Оскар! Не работает. Да ну как? Должно быть, это рукоять от генератора. Сухое печенье. Давно ли оно тут лежит? Ничего. Я явно что-то забыла. Включить, например, его. Ничего. Я явно что-то забыла. А! Ты, блин. Институт криминалистики Вагина. В этом мешке нет тела Даны. Женщина со светлыми волосами, 40 лет. Это точно не Дана. Оскар! Среди найденных останков нет тела Даны. О, слава богу.
Теперь, когда все прояснилось, Кейт Уокер, возможно, мы должны укрыться в более надежном помещении. Ты прав. Надо пойти в лагерь и проведать демуазель Лени. У меня появилось к ней много новых вопросов. Леня отдыхает наверху. А, извините, сэр. Ты уверена, что хочешь следовать за этим индивидом, Кейт Уокер? Кажется, он не представляет угрозы, Оскар. Скорее наоборот. Она спит. Лучше пойду и поговорю с тем альпинистом. Сэр! Вы там? Что это тут у нас? Портрет похож на Леона. Стиль напоминает мне о другом его портрете, о котором он говорил в письме из Балтаяра. О портрете написанном. Дан. Гороном? Нет, не Дан. Она стара, как и я. Я Кейт. Кейт Уокер. Кейт Уокер? Да. А вы... Вы тот, кого Леон давным-давно спас во время экспедиции Исток, верно? Да. Горон из Балтаяра. Что ж... Вы прошли долгий путь, мистер. Людвиг. Людвиг Харттаг. Что ж, мистер Людвиг, простите, что спрашиваю. Что случилось, когда вы с Леоном вернулись в Остерталь и вступили в сопротивление? Как вы встретили Дану? Леон, мой брат. Эти рисунки – сцены из вашей жизни, так ведь? Вон та фигурка. Это же вы, так? Это ваше детство в Балтаяре. Да. А двое взрослых – это ваши родители? Ага. Похоже на реку. А маленькая фигурка
вроде ранены. Вы тогда встретили Леона и ученого из экспедиции Исток? Да. Тот человек, что стоит среди других, было на других рисунках. Это Леон, так ведь? Да. Леон. Те люди, ваше племя, мистер Людвиг? Да. Так вы жили все вместе в пещере в Балтаяре? Да. Так вы и ваше племя взяли Леона к себе после смерти Рейнхарда Бергера в 37-м. Так он и смог пережить ту зиму в горах. Потом вы вместе с Леоном уехали, когда он решил вернуться в Ваген и вступить в сопротивление. Угу. Блондинка с вами и Леоном, это ведь не Лени? Да, Лени, моя сестра. Я знала, что Лени боец сопротивления, но она не рассказывала, что воевала вместе с Леоном, да и с вами. Она даже утверждала, что никогда не видела Леона с 1937-го. После лета в лагере с Данной. Зачем ей скрывать нечто столь важное? Пора проведать Лени. Идем, Кейт Уокер. Это альбом для рисования. Я думаю, он Леона. Этот знак выглядит как предупреждение. Своеобразная карта. Напоминает перевал дьявола. А вдруг... Вдруг на ней Горун отметил места, где искал тело Леона? Похоже, что это планы секретных операций. Здесь был какой-то штаб. Штаб местного сопротивления вроде оружия. Наверняка осталось со времен войны. Детонирующий шнур, прямо как в старых фильмах. Так много всего случилось с Гороном с тех пор, как Леон нашел его в Балтаяре, что у него была за жизнь. Но все еще много непонятного. Мне нужно больше выведать о домуазель Лени. Я знала, что вы еще вернетесь.
Судя по всему, вы уже знакомы с Людвигом. Да. И у меня теперь столько вопросов о вас. О том, что вы мне уже рассказали. И о том, что не рассказали. Конечно. От прошлого можно бежать, но убежать нельзя. Впрочем, вы это знаете. Ведь так, Фроли? Я хочу понять, демуазель Лени. Я хочу знать, почему вы не рассказали мне о смерти Леона. О том, что сражались вместе с ним. И о мистере Людвиге. Это сэкономило бы нам столько времени и сил. Потому что это вызвало бы вопросы. Вопросы о событиях, которые я никогда не обсуждала. Ни с кем. Даже с тобой, Людвиг. Ленни. И все же, полагаю, теперь это не важно. Возможно, пора признаться в преступлении. О чем вы говорите? Лучшее время в моей жизни. Я вступила в сопротивление, не то что мой трусливый отец. Сражалась бок о бок с Леоном, после того, как он чудом вернулся с Балтаяра с Людвигом. Это дало мне цель.